солнечный день. Егор шел в свою новую, только что купленную квартиру. Подойдя к подъезду, он помахал рукой жюри, ведь лажать было нельзя, и принялся набирать номер квартиры. Кто? Открывает! Thank you.
обновка, то она просто была обязана устроить показ своим соседкам.
на лестничной площадке, кстати. Они все бежали, кричали, кидались комплиментами. В общем, радовались все вместе. Такая вот была соседская дружба. А сейчас заходишь в лифт, видишь, что человек следом зашел, у него такие сумки тяжеленные в руках. Тебе нужно нажать номер этажа. И ты спрашиваешь: извините, а какой вам этаж? Тебе в ответ: пятый. И тот неловкий момент, когда ты понимаешь, что ты тоже на пятом, а человека этого даже не знаешь, как зовут. Но ведь соседи. Раньше на праздники соседи друг другу торты дарили, праздновали все вместе, поздравляли друг друга. А сейчас они заходят только чтобы накричать: это у вас гарью пахнет? Вы музыку потише можете сделать? Вы не одни живете. Как-то грустно все это. А сейчас я вот временно переезжаю в другой дом. Он 10-подъездный вроде. Первый подъезд считается самым крутым. Там, представляете, на входе сидит охранник, а на каждом этаже есть кофемашина. Я не так мечтала, когда переезжала, то думала: боже, мечты сбываются. Но кофемашина кофемашиной, а история с соседями-роботами продолжается. Никто не хочет знакомиться друг с другом, и никого помимо своей квартиры не знают практически. Кстати, квартиры тоже по-особенному называются. Они там 25-я, 67-я, а ТР-11, СВ-11. ЖК-11 — это та, в которой я поселилась. Но знаете, мне так не хватает той соседской дружбы, о которой с улыбкой вспоминали мои родители. Я же в таком крутом доме поселилась, дом самым лучшим в городе считается. Тут столько мероприятий для нас, организаций, концертов, ты всего не вспомнишь никогда. Но многие люди закрываются не только в своей квартире, но и в себе. Знать никого не хотят. Но почему? Ведь мы же соседи, и даже вот этот самый концерт и подготовка к нему — это один из способов узнать жителей не только со своего этажа, но и с других этажей, и с других подъездов. Познакомиться со всеми уголками и всеми жителями этого необъятного дома, в котором мы с вами поселились. Дорогие мои соседи, давайте не будем заливать друг друга, а будем делиться солью, одалживать вилки с ложками и наряжаться в костюм Деда Мороза под Новый год, чтобы повеселить соседских детей. И, наконец, давайте знакомиться. Меня Маша зовут. Художник на стене в подъезде рисовать. Стыдно на стене ВКонтакте рисовать. Это вот не рисунки у тебя, а червячья туса просто. Это искусство. Да какое это искусство? Ты просто бросил шнурки на пол, а потом срисовал. Это искусство. Это последняя страница в газете. Лабиринт вот этот вот. Это искусство. По поводу искусства. Тебе, кстати, не нужна натурщица, а то тут есть одна, заперлась в квартире. Ее строение мозга примерно такое же, как твои рисунки. Я люблю интересных женщин и ритмы улиц. Нам туда! Вау! We'll be right back.
Что? Погоди, я помню, только нету, он такой, но я... Женщина, женщина, а вы кто? Я? Я суперизвестная! Провокационная! Эпатажная суперстар! Майли Сайрус! Кто? Ты! Да как ты можешь это доказать? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Все! Верю! Верю! А вы Егор. Вы организатор моего концерта. Тогда вот мой райдер. Я хочу, чтобы в моей гримерке обязательно были прямые бананы. Обязательно из апельсинов были вырезаны корабли и точная копия броненосца Потёмкина. Еще, я хочу, чтобы на студенческом осени выиграл факультет ФНГС, ФНС, ФГДС, я правильно говорю, ФГДС. ФГДС, это мое пожелание. Ее надо как-то остановить. Придумал, ты даешь ей свои ключи. Так, тут появляется мужик на УЗ. Сейчас на колени встану, потом выбегаю на Петёлки. Нет, нет, пожалуйста, не открывай эту дверь. Только нет, не надо, не открывай. Потом копай медленно, пожалуй. Положи ключи на пол и пни их сюда. Медленно положи и пни. И потом появляется Брюс Уиллис. И она на него западает, и они вместе уезжают, да? Нет, он подумает, что она комета и взорвет ее. Конечно, она на него западет. А, ну да. Кто-то что-то сказал про астероид? Брюс! Да тут целая комета! Иду на сближение. I love you like a love song, baby. Oh, baby, come on, come on. Oh, baby, come on, come on. Не благодарите.
Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да у вас тут хулиганы лампочки бьют. Не хулиганы, а светоголики не бьют, а пьют. Ну, убивают. Кто? Ну, светоголики. Ого. А ты? Не трожь, разобьешь любимку мою. Да ладно тебе, на дне ЭТФ эти лампочки вагонами бьют. Ты дурак, что ли? ЭТФу лампочку разбить, что мать родную разбить. Да ты хоть знаешь, что у них в деканате сидит? У них там не декан, а лампочка вот здоровая, большая такая, в костюме сидит, мерцает, моргая, только задания всем раздает. Кто план не выполнил, она еще мощнее начинает разгораться, ты пойми. А замей такой говорит, мужик, не накаляй. А она бац, перегорела. А потом хоп, и еще один сгорел на работе. Какие дела? Да. Она из лифта вышла. Что происходит? Как вернуть свет? Ты должен выпить свет! Что? Выпей свет! Ладно. И теперь-то что? Закуси темнотой! Темнотой закуси! Пить нехорошо, и мне нехорошо. Это уже вечер, самый вечер, а я ни на йоту не приблизился к тому, чтобы попасть в свою светлую, теплую, замечательную, уютную квартиру. А ты, вот ты со мной целый день ходишь, ты вообще собираешься мне помогать или как? Зачем тебе эта квартира? Ну, подумай сам, четыре стены, куда ты пойдешь? А тут подъезд, столько лесенок, этажи тут каждый раз новый. Я даже тебе профессию придумал. Смотри, будешь председателем подъезда, но только это наш с тобой секрет. Я даже свитер тебе шил. ТП. Что это такое ТП? Тайный председатель. Так, все, хватит с меня всего этого. Вообще, надоел мне ваш подъезд, странный он какой-то. У вас все вот шпана какая-то с гитарами ходит. ОБЖшник полуумный украл костюм мужика и бегает в нем.
Ужас просто. Брюс Уиллис с этой Майли Сайрус и ее прямыми бананами. Она же вообще Господи, она же вообще шизанутая. Ты понимаешь, что меня сегодня облизал бомж? Ты почувствовал лапочек в животе? Ну да. Так, хватит! Хватит пудрить мне мозги. Светоголики. Светоголики — это вообще борщ. Ты понимаешь? Меня чуть не сожрало лохнесское чудовище в свадебном платье. Еще... Господи. Художник этот, художник, ну... Вообще никуда, ни в какие ворота. А я всего лишь хотел попасть в свою квартиру. Ну ладно, Егор, хочешь? Открывай, тебя никто не держит. Никто тебя не... Что, меня опять кто-то попробовал сожрать, да? Ну она тут, все, она. А, попробовал. Ну... Так, мужик, открывай же эту дверь. Чёртова дверь, сынок! Ну ладно, хорошо, я тогда открываю. Любимые, с новосельем! Представляешь, у нас такие замечательные соседи. Это они помогли мне устроить этот мега-крутой розыгрыш! Кстати, познакомься с моими родителями. Какой же у нас классный подъезд! Нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем гостинике кончилась громко мотай. Видели ночь, гуляй всю ночь до утра. Ночь гуляй всю ночь до утра.